сегодняшнего трехкратный чемпион вечера. России по боевому самбо 2013, 2014 и 2015 годов. И это означает, что будет Вадим Немков представлять нашу страну на чемпионате мира по боевому самбо в Марокко, который состоится в ноябре. И сборной командой России в лице Вадима Немкова. Финальный инструктаж от рефери нашего турнира Валентина Тарасова. Пожали руки. Слушаю внимательно команды, соблюдаем. Желаю обоим удачи по углам. Феррейра выглядит очень внушительно. Видно, что гоняет этот боец очень серьезно, до 93 килограммов. Сухой. Частенько мы видим, что в полутяжелом весе выходят бойцы, в общем-то, которые видно, что совершенно никаких проблем у них. Не то, что со сгонкой нет, а... В общем, не приходится им влезать в эту весовую категорию, а Хоаким Феррейра прямо видно, что высушился. Надеюсь, вы готовы. Первый раунд. Итак, Вадим Немков, Хоаким Феррейра, полутяжелый вес, главный поединок турнира «Платформа С-70». Хорошо начинает Немков, разнообразная работа ногами. О, вот это правый прямой! Это нокаут, надо останавливать! Вот так. Хвалил бразильца, рассказывал вам о том, как он, в общем, разделался с Дос Сантосом в свое время. А тут просто снял его, срубил буквально, и я не вижу никаких поводов для недовольства Хоакима Феррейры. И он, если бы он видел этот удар со стороны, это было просто нечто страшное. Вот так падают, но это просто еще ноги так, не то что... Видно было, что в состоянии Гроги глубочайшие, вытянуты руки вперед. Это точно нокаут совершенно. Получил джеб и через руку правый кросс просто мощнейший. Ну, многообещающе выглядел этот поединок. В итоге ничего не смог показать Хоаким Феррейра. И мы можем только радоваться за Вадима Немкова. Вот так. Без шансов, без компромиссов. На первых же секундах, 22 секунды понадобилось Вадиму Немкову, чтобы просто вынести, вырубить этого могучего бразильца. Ну что же, у нас получается 8-1 в пользу сборной России. И Вадим Немков в зрелищном стиле разобрался с Хоакимом Феррейрой. Ну и, конечно, аплодисменты. Возможно, кстати, сейчас Феррейра говорит что-то о реванше, потому что действительно... Конечно же, впереди нас... Я думаю, что был он настроен на то, чтобы показать, в общем-то, сегодня более конкурентный поединок. Небольшую паузу, тем более мы можем себе в данном случае ее позволить, потому что на сцену вновь выйдет российский автор-исполнитель «Друг Лиги С-70»